Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами смотрим относительно свежачок новых шуток, джемшуток, 19-й выпуск, анекдоты танкистов, 19-й выпуск, ёпты, с 15, а не, с 14-го года, по-моему, эти выпуски идут, и только вот 19 накопилось. Друзья, это, ну, вы знаете, мы смотрели уже шутки джемшутки, очень вам нравилось, это был, скажем так, ностальгические такие выпуски, взгляд в прошлое, а это вот прям свежатенько, буквально 2 дня назад вышло, поэтому давайте глянем, и потом мы продолжим смотреть тоже старые выпуски, потому что там тоже годноты очень много, вот, 17 минут контента, 17 минут, мать твою, так что, братья, сбери себе чай, заваривай реально побольше, вот такую вот кружку огромную, как у меня, бери себе покушать, и погнали, посмотрим контент, вот, Дезертот говорил, что потом сделает реакцию на мою реакцию на видос Дезертот. Вот, я думаю, будет интересно. Ладно, погнали, ребят, не буду задерживать. Так, ну, Деза вроде рекламы нету. Да, кстати, сразу жмем лайкосик. По традиции вы тоже прожимайте лайк, потому что мы смотрели выпуски и всем понравилось. Поэтому это уже традиция, надо поддерживать. Монтаж от бога. Интересно, Деза сам делает монтаж или ему кто-то помогает? Кто так на детской чате танцевал? Первым делом мне понравился анекдот. Издательство «Шалом» выпустило в продажу новую версию «Камасутры» для евреев. На всех картинках присутствует мама и таки дает советы. Лайтовенько, лайтовенько. Лайк, Андрей, за этот анекдотик. Казахские ученые разрабатывают вакцину от ковида, но каждый раз получается кумыс. Ну, как бы да. Мне, кстати, тебе тут загадку передают. Отгадай. Этот, блядь, цикл замкнут немного. Сори, как бы, ну бывает. Нормально. Казах. Алди, правильно. Не, у Алди, я думаю, ну, там иммунитет. Было. Поручик, вы охуели? Я вызываю вас на дуэль. Выбирайте оружие, сударь. Шпага или пистолет? Шпага. Пиздец вам, сударь, я выбираю пистолет. Да нормальные анекдоты, чё? Мне нормально, мне вкатывает. Я не знаю, что там говорили, что не смешно. Доктор, а чего он умер? Он объелся кукурузы. Его семья сказала, чтобы его тело кремировали. Кремировали. Начался процесс кремации, звуки из печи. Пык, пык, пык. То чувство, когда обещали за первого ребенка 400к рублей, а дали 8 лет. Когда с Шурыгиной захотел заработать, но не тут-то было, да? Поворот не туда. Достаточно пошлый анекдот, да, был хорош. Короче, этот, как его, видимо, немножко баян, но мне все равно нравится. Приехали двое русских, но не очень богатых, в Амстердам, заходят в первый же публичный дом. Мы бы хотели взять проститутку, но у нас только 10 долларов. Блять, за 10 долларов можете друг друга выебать под лестницей. Через 3 минуты возвращаются. Кому деньги отдать? Встретились как-то два артовода, и у них было всего лишь 10 баксов, да, ребят? Нападение полностью состоит из евреев, преследование которых категорически запрещено. Средняя линия. Негр, китаец, араб. Они делают игру более пестрой. Защита. Защита. Гомосексуалисты, которые обеспечивают интенсивное давление сзади. В воротах необходимо поставить 50-летнюю старую деву, которая такой продолжительный срок идеально защищает свои ворота. Давай, твоя команда мечты, тупо Dream Team. Дети, достаньте карандаши и бумагу сегодня. Почему здесь сидит, блядь, Гедеонус и чешет свои яйца? Бля, эта игра божественная, господи, как мне хочется поиграть в этих пиратов, я ни разу не играл. Гиде, который сидит... Чешет свои яйца, что там ищет. Будем пытаться нарисовать лошадь, а Наташа Петрова постарается не шевелиться. Что-то шашлык у вас? Минутка воспоминаний из жизни, из детства Ксении Собчак, да? Если вы понимаете, о чем я. Мясо не жуется совсем. А вы масочку-то снимите. Жиза, жиза. Как зовут детей медика и мента? Медикаменты. Девушка, а вы можете дать взаймы? Ой, а это куда? Абрам спрашивает жену. Софа, а что она воняет? Роза. А что завяло? Да не, переодевается. Ha 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 ha
Фантазия пошла. А, чистый анекдот какой-то. Какая самая частая причина педофилии? Сексуальные детишки. Бля. О, чердуха. Это надо вот так вот. На моей работе нет места страху. Если проявишь страх, все, ты мертв. А кем вы работаете? Воспитательницей в детском саду. Блин, я сразу вспоминаю, это не политика, если что, ну, я не знаю, вы видели этот фрагмент или нет, где женщина на этих, как его там, на протестах в Беларуси, вот ей к нему подходит, вы не боитесь, тут типа там шашки всякие, дымы там, шумовые гранаты и так далее, она такая, я работала в воспитательнице в детском садике, я уже после этого ничего не боюсь, кто это видел, Лайкос? Бля, чисто жиза, ребят. Сразу после анекдота что-то вспомним. Как называется скоростная трасса Германия-Польша? Блицкригенштрассе. Бля! Аж рука от сердца к солнцу потянулась. У меня такое ощущение, что если умру, то жена подойдет к гробу и скажет, специально умер, лишь бы нифига не делать. Когда ты очень счастлив в браке. Паша решил жизненную историю рассказать. Это был не анекдот? Это был каминг-аут. Сын бежит на кухню. Мама, там по телевизору показывали, как лев 10 львиц за утро выебал. Иди отцу скажи. Папа, папа, там по телевизору показывали, как лев 10 львиц за утро выебал. Разных? Да. Иди маме скажи. Когда ты очень счастлив в браке. Моя девушка сказала сбрить бороду, потому что колется. Я сбрил. Она не перестала колоться и умерла через 2 дня. Это я не знаю, это походу баян. Что-то я такое помню. Но это смешной баян. Выявлен ужасный факт расизма. Черный юмор намного смешнее афроамериканского. Я же это сегодня же было. В смысле, я не помню. Типичный дес. Ты спойлеришь анекдоты мои. Сюсель просто пробник. Паша, Сюсель пробник анекдотов о дезертодах. Как я, знаешь, с отдалением, минут на 20. Блядь, с отдалением, слышишь, этот, блядь, в будущее шутит, блядь, из прошлого. Не, просто ты говоришь, что я баяны зачитываю. Мне нужна твоя курточка, твои очки и твой анекдот. Анекдот из будущего был, блядь. Отлично. Жена мужу. Вася, у тебя эрекция. Не трогай это на Новый год. Хотя до меня дошло. Зан, ну как у нас на Кавказе нет таких пробок, как у вас в Москве. Да если бы все ваши на Кавказ уехали, у нас бы тоже таких пробок не было. Разжигание межнациональной розни. Бля. Анекдотик, анекдотик, анекдотик. Почему Иисус ММДМС не кушает? Из рук высыпается. Я же просил. Закинь. Бля, я дебил, сорян, до меня не дошло сразу, до меня это... Бля, до меня сразу не дошло, а до вас дошло сразу, чуваки? Бля, я таким тупым себя почувствовал, я не сразу понял, эти же пробитые ладошки. Боже, бля, я не сразу понял, господи, я себя таким тупым почувствовал. Охренеть, я не сразу понял, твою мать. Плюс человек тут понял сразу, я реально что-то это... Негры делают наколки зубной пастой. Охренеть. Вот такая тупая херня до меня сразу доходит. Хочется разнообразия. Закинул. Давай поиграем. Я продавщица, а ты покупатель. Ну давай попробуем. Девушка, а у вас сало есть? Нет, а я нащупал. Баянчик, баянчик. До меня тоже не дошло. Алекс, поздравляю, ты такой же тупой, как и я, братан. Иди обниму, поплачем. Ян. Бля. Ты представляешь? Представляешь, Маша попала в аварию и разбила подбородок. Ну ничего страшного, у нее второй есть. В общем, если вы жирные, не бойтесь ехать на машине с большой скоростью. Но это не точно. Пельмешек – это мучная раковина, таящая мясную жемчужинку. Так, подожди, я прослушал. А ну. Пельмешек – это мучная раковина, таящая мясную жемчужинку.
Я бы сейчас бы пельмешек поел. Чего только не сделаешь, лишь бы похвалить свои пельмешки. Кто бы пельмешки сейчас бы, пацаны, поел бы, жмите лайк. Как готовить суп с фрикадельками, мужская версия. Кто знает, нет? Ну. А, пельмени переварить? Нет, пункт первый. Чищем пельмени от скорлупы. Лайфхаки, парни, записывайте лайфхаки. Люся уже полгода встречалась с актером кукольного театра и, в общем-то, не удивилась, когда он предложил ей попробовать фистинг. Я про рыжую подумал сейчас. Да, я тоже, если честно, вначале за рыжую подумал. Да, но это была именно она. Мальчик, воспитанный интернетом, был повергнут в шок, увидев на улице одетых женщин. Так, руки на стол, алло. В ресторане. Да настоящего цезаря лучше порезали, чем этот салат. Бля. Моисей никак не мог принять ванну, потому что вода все время расходилась, и отовсюду сбегались евреи. Бля, почему эти шутки самые смешные? Гореть мне в аду, бля. Гореть нам в аду, пацаны, если вы тоже смеетесь. Гореть нам, бля, с вами в аду, пацаны. Там вот эта хрень. Бля. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получили кэшбэк. Нихуя себе сотрудничать не выедет. Док, у меня проблема. Каждое утро в 8 утра я хожу срать в туалет. И в чем проблема? Я встаю в 9. Ах, сейчас бы обосраться в чистую белоснежную постельку, да? Невеста на свадьбе всегда в белом. Почему? Потому что это стандартный цвет бытовой техники. Ужас какой. Господи, как же пропитана сексизмом эта шутка. Просто как же она пропитана, мать твою, сексизмом. Я считаю, что женщины и люди равны. Кто так же считает, жмите лайк ролику. Просто сексисты, ненавижу. Мама, откуда берутся дети? Их приносит аист, сынок. А кто ебет аиста? Да-да-да. Ну, баянчик, да, такой. Говорит, тот самый момент, да? Когда ваша милая драка переходит в секс. Я поэтому не любил с батей пиздиться, да? Инцест дело семейное. Ставьте лайк, кто тоже пиздится с батей своей. Смерть говорит, кого забрать первым, маму или папу? Сынок отвечает, папу. Отец прибегает, сына, прикинь, там только что сосед умер. Доктор, а можно мне посмотреть на свою ногу? Нет, она едет в другой машине. И панин такой рядом с ногой в тачке. Нет, дом, сука, мы уезжаем. Да, доктор, какой идеальный рост при моем весе? 4 метра. Как женщине намекнуть тонко, что она жирная мразь, да? Ой, извиняюсь. Сейчас феминистки лайк поставят ролику. Я поставил 4-метровым. Небольшим пузиком, да, сиськи всего лишь первого размера будут. Приходит проститутка на прием к гинекологу. Доктор спрашивает, сколько вы теряете во время менструации? 3-4 тысячи долларов. Годненько. Блин, я не понимаю, почему говорили. Ну, я сказал, что буду смотреть этот выпуск, и мне сказали, что не очень, типа, шутки или что-то такое. Блин, нормально, мне заходит, я не знаю. Может, просто я люблю такое это только. Ну, типа, каждый раз может, на каникулы мама с папой отправляет сына к бабушке с дедушкой. Эх, кто бы знал, как ему надоели эти кладбища. Да-да-да, я, кстати, я и хотел предположить, что-то тут про кладбище, блядь. Померил хуй? 36. Теперь всегда буду мерить хуй градусником. Ставьте лайк, кто после этого пойдет хуй только градусником мерить. Во-во-во-во-во, анекдот. Ой, 36,6, между прочим. Мужик приводит в бордель осла, приносит медовые соты и говорит, мадам,
Могу ли я обменять этого осла на ночь с одной из ваших девиц? Конечно, почему нет? А тогда, может быть, вы дадите мне какой-нибудь еды в обмен на этот мед? Но ведь вы можете съесть этот мед. Вы понимаете, я пасечник. И тут та же история, что и со слом. Хочется чего-нибудь нового. Бля, сори, я тупой. Сори, ребят, я прослушал. Сори, я прослушал, ребят. Я не понял, сори, парень на мопеде. Баба в крик. Ты что, объехать не мог? Парень боялся, что бензина не хватит. Вот это для меня. Вот это разрывная, блядь. Аж если в глазах потемнело, пожирнело. Даша, если он первый полезет, то откажи. Но грудь дай ему потрогать. Ну, пап, что? Твой дед и так редко к нам заходит. Василий был строгим командиром для солдат. Но возвращаясь со службы, надев мягкие домашние тапочки и теплый халат, он сразу превращался в добрую и нежную жену. Двое в постели. Милый, скажи, во мне есть что-нибудь хорошее? Есть, сейчас выну. А ты уже вошел, да? Из этого разряда, я понимаю, да-да. Блять, с какими словами Цой заходит на порнхаб? Моя рука превратилась в кулак. В раздел фистинга, да-да-да. Карамба, тут немножко перефразированный, но все равно интересный анекдот. Мам, я не хочу к бабушке. Заткнись и копай. Все готовы к анекдоту от кефира? Давай. Есть два очень важных отверстия в женском организме, и это не те, о которых вы подумали, грязные ублюдки. Это ноздри. Они позволяют женщине дышать, когда она сосет член. Скажите, а моя черная полоса когда-нибудь закончится? Конечно ж, дурачок, ты не вечный. Подбодрил, блядь. У моей девушки... Подбодрил, проверяй. Бля. Есть некоторые странные привычки. Например, в постели она любит представлять себя 14-летней девочкой. Зачем? Не знаю, наверное, хочет казаться старше. Восьмилетние шутки, скажу я честно. Восьмилетние. Для восьмилетних даже сказал бы, слышишь? Нас точно не пробили? Блядь! На тюремных... Я надеюсь, YouTube за такие шутки и забанит. Тут просто все нарушено, блядь, что могло. Вообще все человеческие права, вообще все статьи, все вообще. На тюремных нарах сидит мальчик и плачет. Рядом зэки играют в карты, заглядывает надзиратель. Почему мальчик плачет? Что случилось? А винограду хочет. А хуй в жопу он не хочет? Давали, все равно плачет. Бля, ужасно, конечно. Это кефир. Это просто трешак какой-то. Этот кефир, который скидывает эти анекдоты, у него явно что-то... У него явно детство было тяжелое. С 7 лет начинает выпадать молочная борода. Что? Да, друзья, ставим лайк. Ставим лайк, все, друзья. У чеченских мальчиков в возрасте 7 лет начинает выпадать молочная борода. Бля, чеченский мальчик, в возрасте 7 лет выпадает молочная борода. Ну это извинись, это извинись. Кто говорил, это извинись? Ай, какой анекдот. Готовы? Это я стрельнул. Встретились двое новых русских, разговорились. Разговор зашел об надоевших женах. Я от своей легко избавился. Как? Купил ей «Шевроле», она на нем поехала, скорость по 200, поворот, машина въебалась, жена на том свете. Здорово, надо тоже так попробовать через неделю. Ну, как дела? Плохо. Купил ей «Шевроле», она поехала, скорость по 200, говорит, машина вдребезги. Жена жива осталась. Бля, ну не знаю, ну купи «Альфа Ромео» через неделю. Ну как? Ну что, получилось? Да все равно херово, машина в дребезги, столб в дребезги, гаишник аж заикаться начал. А ей вообще похеру. Бля, ну не знаю, ну попробуй Ягуар через неделю. Ну как, охуенно. Надо было сразу с Ягуара начинать. Не пришлось даже никуда ехать, он ее прям в гараже нахуй разорвал. Блин.
Кто не понял, имеется в виду животное, а не машина. Анекдот как раз для стрима на Твиче. Маленький Мойша с детства мечтал стать дипломатом. В 43-м в Освенциме его мечта сбылась, а остатки пошли на абажур. Бля. Господи, блять, хуй просы, что чернее, этот анекдот или черная дыра, бля, господи, боже ты мой. А-а-а, как же это черно, как же это черно. Боже мой. С его арийской внешностью он... Я ответственно заявляю, что если вы сейчас поржали, гореть вам в аду вместе, блин, со мной в одном котле, бля. Так угорает над всеми этими штучками. Ада заплющит. Я с казаха смеюсь, анекдот осуждаю. Осуждаем, ребят, осуждаем. Парни, все пишем в комментариях, осуждаем. На этой замечательной ноте будем... Я похуй выжил. Все, ребят, ой, боже мой, у меня аж скулы болят, господи, у меня аж скулы болят, это просто какой-то кошмар, это какой-то кошмар, ребят. Осуждаем. Ребят, если вам понравился видос в целом, если вы кайфанули, не знаю, мне лично анекдоты зашли, может, я просто люблю такие тупые шутки, вот, черный юмор, но мне лично зашло, поэтому я прожал лайк, и я не жалею. Ребят, прожимайте лайки, огромное спасибо за просмотр, и не забудь, братишка, подписаться на канал, вот, обязательно подписывайся, чтобы увидеть еще больше эрекции от Бладьки, либо реакции, каждый выбирает свое. Спасибо за просмотр.